Всем привет, дорогие друзья, вы на канале LexPlay, и это снова City Car Driving. Сегодня у меня будет Range Rover, и я поеду в свой загородный дом. Обязательно подписывайся на канал и ставь лайки под это видео. И обязательно оставляй еще комментарии под это видео. Ну что ж, вот так вот у нас данная модель выглядит, довольно по-крутому. Ну, это не совсем такая новая модель, уже можно сказать, ну не то что старенькая. Да, ну как бы, что ж, мне вот именно Range Rover, именно вот эта вот версия больше всего нравится, чем новая. Не знаю, что-то мне не нравится совсем. Так, ну тонировочки у нас здесь многовато, я бы сказал. Достаточно многовато, и у нас даже затонировано. Ну не то, что боковые стекла, да, я молчу уже про лобовое стекло, как бы тут. Лобовое стекло у нас тоже затонировано, и очень хорошо даже, кстати. Но, в принципе, салончик у нас такой себе, я бы сказал, солидный прям, вообще топчик прям. Эх, да, машинка, конечно, хороших денег стоит, но если вы готовы купить ее, значит, готовы и обслуживать ее, также вкладывая немалые деньги. Ну что ж, давайте попробуем завестись и будем потихонечку выезжать. Заодно потестируем ее на автомагистрали. Так, включаем аварийку. Заводим все. У нас здесь автомат. Ну, естественно, у нас здесь автомат. На, вот тут проблема. Выехать. Да выехать-то выедем. Ой. Блин, а я не ту передачу включил. Ёлки-палки. Классно, блин. Какая-то нарезвая. Блин, ну я ни хрена не вижу. Ладно, попробуем. Все, погнали. О, нифига себе, гляньте, что тут творится. Не, ну, по-моему... О, сюда можно. Блин, какой здесь гидрач. Аж прям чувствуется, что... А чё я сцепление выжимаю? Нам надо налево сейчас. Какой здесь гидрач у нас? А здесь, а здесь только направо, да? Или налево можно было? Блин, как-то поспешил. Ой, мамочки, знаю. Куда я еду вообще? Сюда мне не надо. Это тронг категории Б. Куда я еду? А хрен его знает. Вот так вот даже, да? Нормально, ну-ка, опа. Опа. Ну-ка. Классно, блин. Конечно, у нас автодом чуть-чуть был не такой в реальности. Но пойдет. Поворотники надо было включить. Ладно. Так, и теперь нам надо гараж. Гараж. Попробуем гараж выполнить, да? Ха, классно, слушайте. Обалдеть. Решил поехать в загородный дом, в итоге... Блин, а я ни черта не могу понять. Я не вижу нифига. Да, вот тонировка мешает, конечно. Не, я в гараж не заеду так. Не очень удобно мне. Не очень комфортно, я бы сказал. Так, смотрим по бокам. Одну фигурку зацепил, хер с ней. О, ну так нормально. Выезжаем. Аккуратненько. И у нас параллельная парковка. Вот так вот. Так, что там у нас? Мы должны видеть, получается.
Все, увидели. Выворачиваем руль. Делаем его прямо. Это чуть-чуть перебор. Можно теперь. Все. Заехали на парковку. Выезжаем. Так, повороты 90 градусов. Ну, то у нас джип, конечно. Ну чё, не проблема. И горочка. Остановиться. Конечно, это надо делать на механике. Как бы, да. А что, не тянет? В смысле не тянет? Серьезно? Ты чё? Он не тянет, ребята. Он тупо не тянет. Как так? Охренеть. А чё? В смысле? А чё он не выезжает? Алло. Кто-то мне может объяснить, чё прикол? А чё он не выезжает? Нифига себе. А ну-ка еще раз. Не, что-то тут не то, подождите. Что-то здесь не то. Он назад, короче, машина, что-то не так с машиной, ребят. Я не знаю почему. Но что-то машинка плохо себя ведет. Ладно, поехали в загородный дом уже. Так уж и быть. Ну, резвая такая, согласитесь, да? Не, ну Range Rover не предназначен, мне кажется, для автодрома. А чё он под горку не смог выехать-то, а? Ну, коробка у нас автомат. Я на механике сдавал. Я как бы там знал, что делать. Там вообще с ручного тормоза надо было трогаться, как бы. Но можно и педалями. А тут на коробке автомат, ну что, тут удерживаешь тормоз, потом газуешь и все. Ну, наверное, как-то так, такой принцип. Ты странный. Но здесь стрелка тахометра почему-то зашкаливает, реально. Вот. Вот гляньте, что творится. Фу. Просто даже, наверное, не успевает передачу переключать или что. Гляньте, как у нас тут стрелка тахометра. Гляньте, как она скачет. Это ненормально, согласитесь, это ненормально. Может, у нас просто педаль такая сильно чувствительная. Я же говорю, здесь у меня все как-то настроено по-кривому. Вот и все. Да, из-за тонировочки плохо что видно. А какая у нас скорость, кстати? Кто-то понимает? Боже, там скорость, наверное... Не, ну 200 по-любому поедет. Однозначно. Есть с кем-то посоревноваться? Охренеть, у нас тут двигатель рвет полную мощь. Сколько там было? 130 миль показываю. А 130 миль это сколько в километрах? Ну 200 где-то, да? Да не, больше, наверное. Не, я думаю, что тут можно выжать, постараться. Очень хорошую скорость. Откуда у нас столько трафика? Извини. Во-во-во-во-во. Блин, жалко, что здесь вот... Блин, а можешь как-то погоню устроить? Тут реально там едет чувак крутой на рейнже. Вот это...
на рейнже такой, гоняет, блин, всех подрезает, блин, бешеный такой. И тут, короче, ментовская погоня за этим рейнджем. Гелика подрезает. Я не знаю, как я никого не задел, блин. Даже шашечки, да? Если это можно назвать шашечками. Воу! Самое главное, никого не сбили. Это знаете, на что похоже, блин? На неуправляемую машину. Ёлки-палки. Хотел аккуратно поездить, а на нате. Ох, нифига себе. А, я застрял, да? Понял. А чё меня заносит, алё? Ну что-то не так с этой машиной, мне кажется, да? Вот согласитесь, что-то с ней не так. Ну явно с ней что-то не так. Нам все-таки надо доехать до этого загородного дома. Понимаете? Нам надо доехать. Да, АБС хорошая здесь. Гляньте, как тот полетел. Я тоже так хочу. Опять мы полетели. Опять мы слетели в кювет. Капец просто какой-то. Ха. Да, машина зверь. Но мне кажется, что с ней что-то все равно не так. Ну блин, ну так вот не должно происходить. Дайте проехать. Проехать дайте. Едьте в два ряда, блин. Ух, видали, да? Ха, прикольно. А как это так получилось? Сквозь машину проехал. Пьяный лихач. Вот это я понимаю, вещь. Надо сюда уходить, да? А вон наш домик. Вон наш дом. Ха. Вообще зачет просто. Здравствуйте, бабушка, я приехал. Классно, да, слушайте? Вот это круто. Но с ним что-то явно не то. Гляньте, вот что он не хочет ехать? Может, на первую поставить? Тоже. Ну, да. Ну, блин, машина такая. Что ж поделать? Именно мод. Вот наш домик. Вот наш дом.
Только просто дом, огражденный забором. Вот и все. В общем, все, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, кому видео понравилось. Так, конечно, был такой трэшевый. Трэшевое видео, наверное, да. Мы так летели, что-то летели, летели. Всех вот так вот, блин, подрезали, шашечки устраивали, погоня какая-то, да. Вот в аварию даже попали. Пару раз в квец летели. Вот, но что мне не понравилось, это под горку она не хотела трогаться. Как так-то, а? Блин, просто так взял и опозорился, блин. Вот. В общем, все, ребят, давайте всем счастливой удачи и всем давайте пока. Увидимся.